Всем привет! С вами канал ArtMoney, и сегодня у нас видеообзор на чипсы, на чос и кукурузные снеки. Сальто называется, микс, вот так вот они должны выглядеть. И давайте посмотрим, что же у нас с другой стороны. Так, тут у нас 125 грамм. Срок годности не более 9 месяцев. И также вижу большой состав. Давайте посмотрим, что же у нас входит в состав. Кому интересно, нажмите стоп и почитайте. Углеводы 59, жиры 28, килокалории 522. 100 грамм. Довольно многовато. Республика Беларусь даже. Надо же. Давайте их откроем и посмотрим, что же у нас там внутри, и сравним. Похожи они или нет? Все-таки в черной пачке не видно ничего. Что же там может быть внутри? Интересно. Так, нам понадобится наша тарелочка. Ай-ай-ай-ай-ай-ай. Все высыпало. Высыпало все. Так, ну так это все выглядит. Ну да, в принципе, похоже. Хотя вот здесь вот они по фотографии все-таки кажутся круглыми, а не приплюснутыми. То есть здесь, конечно, вот эти вот приплюснутые. И мне почему-то казалось, ну тут видно, да, то, что там дырка. Здесь видно. Но когда я пачку покупала, мне казалось, что вот здесь вот закрыто, или вот тут хотя бы, что она внутри какая-то там пустая, такая как чипсинка какая-то объемненькая. Мне почему-то так казалось, поэтому я и купила. Так, вот здесь вот что-то орехи какие-то странные. Видите, наверное, черную какую-то полосочку, как будто они подгнившие. Хотя здесь, конечно, не особо видно. Я не знаю, они все такие, что ли? Орехи это или что это? Не знаю. Кукурузные чипсы. А, чипсы на чёс, кукурузные снеки. А что такое третье? Ну, на орех вообще-то похоже. Ну, ладно. Так, что у нас там должно быть? Треугольнички. Такие треугольнички. Палочки. Какие-то интересные такие, похожие на картошку фри из Макдональдса. Вот тут, смотрите, даже маленькая есть. Малышка-треугольничек. А, это они, видимо, разломанные. Да, это они разломались, конечно. Хотя, с другой стороны, как они могли разломаться, если пачка была надутая? Но все равно тут присутствует, да, всякий такой разломленный мусор. Но хотя бы, кстати, они есть целенькие. Тут хотя бы есть целенькие. Потому что у некоторых бывает, что их может и не быть вообще целеньких. Так, она тоже тут вот такая пузырчатая. И давайте попробуем. Ну, я, наверное, с кукурузного. Я так понимаю, это он, наверное, кукурузный. Обычно они треугольничками. Да, это кукурузный снэк. Такой он очень хрустящий, немножечко соленый. Какие-то там специи есть чего-то. Ощущается прям, что он такой прям кукурузный, такой прям ух. Ну, такой вкусный. Жуется, ну, нормально жуется. Жуется. По ощущениям, как будто какие-то прям много очень специй. Но нет.
Но мне очень хочется попробовать вот эту вот все-таки треугольную. Здесь что-то прям необычное, такого я еще нигде не видела. Давайте будем пробовать. На вкус обычная чипса. Обычная чипсинка. Ничего особенного. Хрустящая, жуется хорошо. Мне казалось, что там будет что-то такое нереальное. Так, давайте тут попробуем. Что же у нас это такое? Что же у нас внутри? Она внутри пустая. Ну, слава богу. А то я думала, что она не пустая. Думаю, тогда, может, она жуется очень плохо. Нет, она внутри пустая. Тогда интересно, что же это такое, которое внутри пустое? Напишите в комментариях, как думаете вы, что это. Картошка же, картошку вы режете, она же не будет внутри пустая. Это значит, скорее всего, лепили. Там, кстати, внутри, видно вам, наверное, есть маленькие какие-то такие полосочки. Как будто, знаете, как будто это какой-то овощ. Его запекли, и он внутри исчез, а снаружи остался. Давайте попробуем, что же это такое. Не знаю, тоже похоже на чипсы. Скорее всего, может быть, да, это какая-то чипса. Более она солененькая, у нее более какой-то побольше, чуть-чуть специй, чем вот в этой, например, треугольничке. Ну, такая, ничего особенного, солененькая такая. Так, давайте попробуем. Мне вот это вот есть совсем не хочется. А, ну тут нормально. Наверное, это орех все-таки, мне кажется. Сейчас мы попробуем. Что это такое? Да, это какой-то орешек, но он вкусный. Хочется еще, еще он хрустящий. Такой прям хрустящий, поджаренный и со всякими специями. Мне кажется, даже можно, наверное, самим пожарить орех со специями какими-то. Или, может, в масле же пожаренный он. Или на сковородке просто, на духовке, не знаю. Ну, сделать именно со специями какими-то, соленый. Прям, блин, он такой вкусный. Хочется еще, еще, еще. А вот эти вот остальные, ну, в принципе, знаете, так вот как-то вот так. Как-то не особо впечатлили. Если уж там чипсы Лейс, они там действительно вкусные, там или какие-то еще, которые, ну, какие-то вкусы есть, хочется еще и еще, то тут, ну, просто чипсы даже, они не сильно соленые. Просто, как, знаете, картофельные чипсы сделать свои. Просто посолить. Ну, блин, даже не знаю. Не знаю, не могу сказать, короче. Просто, может быть, под пиво человеку, который уже пьяный. Который, в принципе, ничего не почувствует. Так вот, чисто как закуска. Даже не закуска, как, я не знаю, как это называется все. Так чисто поесть, но не почувствовав вкуса. Да, наверное, вот так вот. Орешки, да, они мне понравились, они действительно вкусные. Ну, эти кукурузные я пробовала, по-моему, даже вкуснее когда-то очень давно в Фикспрайсе, когда он только открылся, там продавались вот такие, они были гораздо ароматнее и вкуснее, но они были пожестче. Здесь, в принципе, здесь на них как будто бы действительно что-то есть, какие-то там ароматы должны быть, ну, что-то тут много всего, вот смотрите. Вот, то есть, видите, там куча всего намешано, но при этом получается, как будто кукурузные, как бы, снеки, да, чипсы, как бы, и все, как будто одна кукуруза, больше ничего нету там. Вот эти вот, кстати, необычные мне понравились, то, что они необычные такие. Кстати, вот тут вот какой-то красный есть, с орехом даже. Слушайте, наверное, вот так надо есть. Не зря же там дырка, правда ведь? Не просто так она там. Может быть, и так надо есть. Давайте. А, давайте так, наверное, попробуем и съедим. Интересно, какой будет вкус.
кстати, вместе они довольно вкусные. И на нем действительно он был такой уже вот красненький, и на нем было немножко побольше, наверное, специй. Тут вот тоже есть красненький. Наверное, все-таки чуть-чуть побольше на нем специй было. И с орешком действительно вкуснее. Аромат не так вот этот хрустит прям хорошо. И орешек хорошо хрустит, и что-то такое довольно вкусное. Все-таки не зря они вместе лежат, не зря он такой дырявый. Ну, в принципе, мне понравилось. Понравилось то, что необычное. То есть вот тут вот вид такой необычный. Мы все привыкли просто к каким-то там чипсам, которые все стандартные, обыкновенные. А тут вот что-то другое. То есть, допустим, если к вам придет друг, там друзья, да, в принципе, можно купить. Но единственное, мне не понравилось то, что тут вот у орешков какие-то черные штуки. Блин, они просто не фокусируют, не знаю, не могу вам показать, но я думаю, вам видно. Вот это мне не понравилось, как будто бы он гнилой уже. На картинке здесь не нарисовано так, ну чуть-чуть тут черненько видно, тут как будто обрезанный. Вот. Принципе, вот такой у нас с вами был обзор. Ну, кстати, вот тут вот, ой, он поломленный внутри, хотя не знаю, может его разломить, ой. Ой, он у меня разломился. А, нет, он просто сверху. Хотя нет, стойте. Здесь вот, кстати, вот он нормальный. Чуть-чуть фокусируется. Он, в принципе, нормальный. А вот здесь вот внутри что-то есть. Ну, тут, видимо, она просто орешек такой. Просто вот он, что-то черное в нем. Ой, летело. Что-то в нем черное, короче. Ладно, не знаю, что это такое. Не на всех, в принципе, она видна. Сейчас поближе покажу. А то мы с вами что-то в последнее время поближе совсем перестали смотреть. Вы мне не напоминаете. И я забываю. Надеюсь, что камера сфокусировала, и вы все-таки увидели что-нибудь. Вот. На сегодня это все. А также есть обзор на другие чипсы. Чипсы из Светофора, чипсы там из Фикс Прайса, магазин, ну, там из обыкновенных других магазинов. Обязательно посмотрите. Если я не забуду, в конечной заставке оставлю ролик. Вот. Также есть обзоры на другие продукты из Фикс Прайса, Светофора, Победы, из обычных магазинов, разные вкусняшки, шоколадки, консервы, тортики, там и все. Вот. Также есть у нас на канале влоги, как мы с сыночком живем, путешествуем, отдыхаем, живопись, обзоры техники разной, видеокамеры, наушники. Всего там полно. Очень-очень много всего интересного на моем канале. Живопись также. Вот. Обязательно заходите, смотрите. И с вами был канал Art Mania. Подписывайтесь, ставьте лайки. Обязательно ставьте лайки. Обязательно подписывайтесь. Я ценю каждого подписчика. Пишите комментарии, я обязательно вам отвечу. И всем пока-пока.